Джек Найф может знать что-то о смерти Поупа, только не давай ему слить тебя, лады? Ну, когда-то он был неплохим бегущим. Сейчас даже не знаю, на кого он работает. Знаю, зачем ты пришла, детка. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все копы. Значит, и ослышался. Тебе нравится борьба, Фейт? Поуп был фанатом, серьезным. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Бартлета. Когда-то тот выступал под именем Роббер. А мне-то что с того? Роббер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают, где их место. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думай, что есть рыба и покрупнее. На твоем месте я бы хорошенько расспросил там кусок дерьма. Удачной охоты, Фейти. Слушай, не уверен, что стоит идти к этому Роуберну. Хочу навестить Миллера. Фейт, что ты делаешь? А Джек Найт ему расскажешь? Не сейчас. Он коп. Что бы ни говорила Кейт. Видишь его? Да. Он идет к своей машине. Лейтенант Миллер? Я Фейт.
Кейт моя сестра. Не знал, что у нее есть сестра. Мы не любим говорить о семье. Она просила найти вас, если дела пойдут скверно. Ее арестовали. А ты, случайно, не та подозреваемая, которая скрылась с места преступления? У меня проблемы с памятью, когда на меня наставлен пистолет. Я знаю, чего от тебя ждать. Вы в курсе, что ее подставили? Я знаю, Кейт не способна на такое. Но у моего капитана к ней есть несколько серьезных вопросов, а сам я не могу даже увидеться с ней. Вам что-то известно о штуке, называемой Икар? О чем? Он упоминается здесь. Это было в руке Поупа. Думаю, это из его дневника. Ты забрала улику? Кейт, вся моя семья. Копы в тюрьме долго не живут. Если ее посадят, это будет то же самое, что смертный приговор. Я не буду тебе мешать. Я многим обязан, Кейт. Но есть люди, для которых ты проблема, и тут я не в силах помочь. Тебе придется быстро бегать. В этом мне нет равных.